Давайте сварим мыло. Нарежьте белую основу, примерно 200 грамм. Нагрейте ее в микроволновке или на водяной бане. Нагретую основу разделите на три части. Одна часть совсем небольшая, оставшуюся разделите пополам. Небольшую часть окрасьте пигментом молочный шоколад в бежевый цвет. И одну из частей окрасьте вишневым пигментом в розовый. Начинаем с бровей. Залейте их бежевой основой. И сразу же залейте копытца на руках. И на ногах. Следующий шаг – это руки. Их заливаем розовой основой. Основа довольно быстро застывает, и форму можно перевернуть и залить вторую. Оторвите небольшой кусочек малярного скотча и прикрепите к форме там, где у нее голова. Тщательно прижмите, чтобы везде все плотно прилегало. Сбрызните изнутри форму спиртом и в образовавшийся кармашек залейте розовую основу. Держите форму под углом. Следите за уровнем свитера. Установите форму так, чтобы она сохраняла этот угол. Когда застынет, снимите скотч и удалите излишки основы. Это удобно делать сначала деревянной палочкой, а совсем мелкие части кисточкой и спиртом. Так вы удаляете из выемок формы все кусочки розовой основы. Напоследок протрите салфеткой. Установите форму горизонтально, сбрызните спиртом и залейте белой основой рабочей температуры. Она может быть не только белой, но совершенно любого цвета. Когда все застынет, надавите на верхнюю часть формы, и мыло у вас в руках. До встречи в магазине «Мама мыла» и с наступающим Новым годом!